Новые приоритеты и ключевые рынки. Белорусская универсальная товарная биржа подвела итоги работы за 7 месяцев. Так, товарооборот вырос более чем в 1,5 раза к такому же периоду прошлого года. Общая цифра вплотную приблизилась к 7 миллиардам рублей. Биржевой экспорт сменил вектор с запада на восток. Сегодня в пятерке основных партнеров Россия, Китай, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Растет активность компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Грузии, Армении. К работе на белорусской площадке также подключились Кения, Монголия, Ливан. В топе самых продаваемых за рубеж белорусских товаров – молочная продукция и пиломатериалы. Доля экспортных сделок на бирже постоянно растет. Если два года назад она составляла порядка 20%, то сейчас этот показатель приблизился к 32%. У нас открываются очень неплохие регионы, такие как Южная Корея, Индия, Ирак, Иран и другие. Мы постоянно работаем над тем, чтобы новые страны, компании из новых стран к нам приходили и принимали участие в биржевых торгах. И мы видим, что объемы, которые раньше реализовывались, в одни страны, ну, полностью продаются и поставляются в страны той же Юго-Восточной Азии. Добавлю, сделки на бирже при экспорте молочных товаров будут проходить по-другому. Вводится такой механизм, как биржевые адресные сделки. Ожидается, что это позволит повысить эффективность и прозрачность торговли. Идея была поддержана правительством. Нововведение стартует с 9 августа.